Всем привет! Это видео автор радио Ана 4 Сергей Дмитрий Алексей. Снимаю себя дома, мое рабочее место на новой квартире, рабочая позиция моя, ноутбук, прочее. Не богато, чем рады. В общем-то, не все еще здесь есть. Хочу показать вам видео, на котором сейчас показываю. Это новый мой усилитель мощности. По УКВ-шным меркам мощность небольшая. Как вы видите, вот говорить не буду, все сами видите. Это усилитель мощности на 4 рашках. Сделал мне его Дима из Ижевска по моему заказу, за что ему огромное спасибо. Я хочу показать, как этот усилитель работает. Правда, на холостом ходу. Корпус, как вы видите, взят фирмы Radial. Вот такая простейшая нагрузка, эквивалент нагрузки. Вот, давайте покажу. Блок питания взят с на eBay, китайский. Вот он такой. Думаю, что таких моделей полным-полно. Вот. Как это все выглядит сзади? Ну, простенько. Такая решеточка. Вот шнур питания. Мой рабочий стол. 1000 ватт мощности этого блока питания. Напряжение 12 вольт, но оно регулируется. Я поднял где-то до почти 15 вольт. Вот, вот он такой стоит. Все еще выключено. Вот. А мой усилитель вот такой. Давайте пройдемся. Посмотрим. Крупно. Вот задняя панель. На ней расположена клемма питания. Понятно, что ток большой, клемма мощная. Антенны разъема вход-выход. И PTT для сигнала управления. Сверху расположены два вентилятора. Вентиляторы выбраны специально 24-вольтовые, чтобы не досаждать своим шумом. Вентилятор брал где-то на eBay. У местных продавцов не было. На передней панели усилитель располагается. Следующий орган управления. Значит, справа это у нас тумблер вентилятора. Обращаю внимание, что он трехпозиционный. Это я сразу хочу сказать. То есть здесь три положения. Первое положение, он посередине стоит выключен. А два крайних это минимальные и максимальные обороты. Спереди находится индикация режимов: включено, прием, передача, состояние включенного МШУ и работающего на передаче усилителя. Также предусмотрен режим полного обхода усилителя мощности, то есть можно отключать как бы его, и при этом есть еще режим возможности отключения МШУ. То есть можно работать через усилитель, но с отключенным МШУ. Для городских условий это очень важно. Какая начинка этого МШУ? Значит, внутри находятся 4 рашки, как я уже говорил, 4 60-ваттных модуля. А внутри находится малошумящий усилитель венгерского производителя Хритон Анна 8 Елена Тамара. Вот его версия 6-я, последняя. Внутри находится преобразователь уровней от V6PQL24-12. Вот. Ну, собственно говоря, вот такой краткий обзор. Давайте я включу все свое хозяйство. Вот вы так видите, как все располагается. Ну, примерно 400 миллиметров. 420 в длину. Занимает 400, да, думаю, что 450 даже. И такой вот порядка 370 миллиметров в длину блок питания. Включаю блок питания. Вот он включился. Естественно, что все это работает на холостом ходу. Никакой мощности здесь сейчас нет. Теперь я перейду, включу свой усилитель. Вот состояние его, что он уже на прием работает. Вот, включаю усилитель. Заработала индикация, что усилитель включен. Также, кроме этого, можно включить МШУ, например. Да, вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот индикация того, что МШУ постоянно включен во всех режимах. Ну, конечно, в режиме, когда на передаче он не работает. А ну и далее давайте посмотрим, как будет работать у нас наш вентилятор. Давайте младший уровень сделаем. Погнали. Вот он заработал. Ну, то есть, достаточно тихо. И весьма тихо, я бы сказал. Поскольку все-таки применяются 24-вольтовые кулеры. Это не 12 вольт, это не максимальные обороты. Давайте послушаем.
А теперь максимальные обороты, переключаю положение максимального значения. Вот так вот он работает на максимальных оборотах. Я бы не сказал, что это шумно, такой приятный такой шумочек, но он не напрягает, скажем, особо. Да, конечно, дома домашние не в восторге будут, но я думаю, что этот усилитель я все-таки буду располагать как-то вне комнаты. Вот. Возможно, его место дислокации будет вот здесь. Это возможно. Вот. Так что перемещаемся обратно к нашему усилителю. Так вот он работает. Вот. Так что вот таким вот образом можно попробовать сейчас его загнать в режим передачи. Для этого надо замкнуть. Вот релюшки щелкают, слышите, да, наверное? Вот они отрабатывают. Этот включен еще секвенсор, тоже от V6 PQL срабатывает. Слышите, да? То есть вот так вот он еще и отрабатывает на передаче. Ну, не напрягает, нормально. В общем, такой вот усилитель. Спасибо большое Диме Молчанову за то, что он его сделал на память, оставив на усилителе надпись об его владельце. Еще раз спасибо. Это было видео усилителя мощности от Радио Анна 4, Сергей Дмитрий. Как говорят на Западе, Full Legal Power. Максимально разрешенная мощность для работы на диапазоне 144 МГц. Всего хорошего, 73.